Ну, я знаю только первые две фамилии. Как бы Пугачёва или, наверное, обоих. А, с Дашей Касаткиной. Было бы интересно, наверное, сыграть в нее. Мне нравится ее стиль игры. Наверное, все же Рональдо. Ну и Заголов. Понятное дело, что все равно он лучший бомбардир, лучший игрок в истории. Он каждый матч забивает по несколько голов. То есть все равно статистика говорит за себя. Поэтому ну, тяжело сравнивать. Понятное дело, я бы и Зидан бы еще сказал бы. Не, ну у меня вообще локоть, если честно, тьфу-тьфу-тьфу, не беспокоил. То есть у меня больше с плечом были, ну, как бы проблемы время от времени. И, ну, как бы с возрастом все равно я становился сильнее, крепче, много занимался ОФП, на, опять же, на плечи, на, ну, на все группы мышц. И стал, понятное дело, здоровее, сильнее. И все равно вес с ракетки увеличился, то есть у меня на 15 грамм, то есть сейчас тяжелее. Ну, если честно, наверное, есть, но, может быть, не в такой пока что мере развитой, как у них. То есть это то, к чему мне надо стремиться. Наверное, все эти качества просто улучшать и, ну, доводить их до предела, до максимума.